Всем привет! Сегодня у нас вот такие вот три посылочки. Распаковка будет небольшая. Это у нас AliExpress и две посылки из GearBest. Давайте на них посмотрим. Пока нет посылок, там очень много зависло из GearBest. Ух ты! Красиво! Давайте дальше. Итак, давайте будем смотреть по очереди. Начнем мы с фонарика. Их продают по 99 центов. Можно бывает распродажи флеш-сейлы, и можно их купить за 70 центов за фонарик. Вот, этот уже у нас был один. Один я уже подарил сыну. У него уже целая коллекция. И я, возможно, позже сфотографирую. Еще просто идут черепашки-ниндзя. Я уже хочу, когда придут черепашки-ниндзя... А, нет, черепашка-ниндзя уже пришел, мастер Йода еще идет и один каратист. И когда они все придут, я хочу их сфотографировать, коллекцию, которая получилась. Вот, фонариков я ему обещал и накупил. Вот так вот он хорошо выглядит, ну, действительно хорошие фонарики. Ну, они регулярная цена там в районе 3 долларов, ну, 3 доллара можно купить и в офлайне у нас. А вот... я покупаю их постоянно на распродажах по 99 центов. Давайте откроем и посмотрим, как он будет звенеть. Вот, говорит I love you, как и обычные все другие фонарики, которые подобные. Вот, или I love her, или что-то такое, в общем. Так, далее. Далее давайте посмотрим фонарик. Этот друг заказал себе фонарь. Я не знаю, зачем он ему. Но вот такая вот линза у него толстая. И фонарь вроде от 18650. Да, 18650 батарейка. Вот есть переходник на 3 АА батарейки. И зачем вот такую вот пластиковую штуку положили? А, наверное, 18650, чтобы она не болталась. Специально положили вот такую пластиковую штучку. Ссылка на фонарь будет в описании. Давайте сейчас мы его протестируем. Найду батарейку. В общем, нашел батарейку, но она в этой пластиковой трубке тоже болтается. То есть, поэтому не особо она спасает. Еще бы такую трубочку, и было бы лучше. Ну, давайте попробуем от 18650. Так, правильно я вставил. Есть оринги здесь. Кстати, ну фонарик такой дешевый, вот оринг пережат был, недорогой, ссылка будет в описании, но светит хорошо. И вот уменьшенный. Давайте сейчас попробую отключить свет и посветим на стену. Итак, фонарь выключен, фонарь включен, это тонким диодом мы светим сейчас. И давайте вернем, настроим обратно, и вот так вот он светит на полную широту. Вот так можно увеличить. Неплохой фонарь, хороший фонарь с питанием от 18650, и идет в комплекте вот такой вот переходник. Давайте мы его сразу тоже проверим. Полностью металлический. Вот так выглядит диод. Все работает, но светит слабее, намного слабее, чем с батареей 18650. Здесь есть, кстати, несколько режимов. Получается, горит. Стробоскоп быстрый. И SOS. Три режима. Вот, хороший фонарик, мне понравился.
Вот, XML T6. Здесь у нас надпись Pocketman. Pocketman. И вот здесь типа режимы зума. И вот кнопка. Немножко он больше, толще, чем конвой, допустим, S2, если сравнивать. Вот, ну давайте отложим его. И теперь посмотрим вот эта вот штука. Это термометр или градусник, как правильно назвать, наверное, термометр правильней, для готовки пищи, то есть для измерения температуры готовки пищи. Там мясо, допустим, проверить, готово или нет. То есть, как оно открывается. А, пробочка вот просто вытягивается. И вот здесь в самом низу инструкция. Почему она в самом низу? Как ее оттуда достать теперь? Ага, пробочку открыли, достали инструкцию. Пробочки обычные, в нее мягкая штука, чтобы в нее можно было встремить, получается. Эту вещь. Вот, и здесь у нас получается такой бочонок, и у него, давайте сфокусируемся, вот, включение-выключение, переключение Цельсия или Фаренгейта, и какая-то шкала, и минимальный максимум, и удержать. Кнопки такие они, мягкие, гнутся. Давайте попробуем включить. И ничего не происходит. Наверное, нам нужна батарейка. Посмотрим. Вот, здесь есть батарейка, но почему же она тогда не работает? Заработала. Вот, это я держу, получается, прикасается к руке, или комнатная на температуре 25,8. И я предлагаю, у меня приготовленного ничего нету, там еды какой-нибудь, которая готовится, чтобы воткнуть в нее. Я предлагаю воткнуть в кофе и посмотреть, какая температура у кофе. Вставили. Ой. И посмотрим. Температура повышается. Должна быть, по идее, в кофеварке по характеристикам написано 60-65 градусов поддерживается температура кофе. Я ее налил, и кофе налил, и оно уже минут 5, наверное, постояло. Я думаю, остыло до 55 градусов, 57. Сейчас посмотрим, где остановится. Ага. Ну вот, остыло кофе уже до 53 градусов, 52,9. Вот. Отличная вещь. Возьмем ее нашей тряпочкой синей, протрем. Вот. Далее, это у нас включены Цельсии. Я вытянул из чашки с кофе и сразу начала спадать температура. Вот, переключение на Фаренгейты. И обратно Цельсии. Вот, холд это зафиксировать, я так понимаю. И меняться не будет текущая температура. Показания текущие, да, вот. И последняя кнопка min-max. Это показывает, какую температуру последнюю максимально какая была и какая была минимальная последняя. И третье нажатие возвращает обратно на экран действия. Вот, вот такая вот отличная штука. Идет в таком тубусе интересном. То есть даже можно на кухне хранить. В этом тубусе прям вот так, ну, классная штука, мне очень понравилось. Вот, ну, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и удачных покупок.